Thank you. a mess, I can take it no more. Let me escape from my distorted mind. Don't hold me back and don't shame me right now. space Всем привет, ребята, с вами братуха. В начале этого видеоролика вы увидели вопрос-ответ. Вы будете задавать мне вопросы, я буду на них отвечать. Улучшаем таран на шестой левел. Ускорять мы его не будем, не собираюсь. Так вот, ответ, вопрос. Хэллоуин, до окончания события, 4 дня. Событие подходит к концу, успею выполнить. Перейти, куда перейти? А, крутить рулетку. Ну, понятно. Ну, вы поняли, в общем, да. Вы будете задавать мне вопросы, я буду на них отвечать. Я думаю, так тоже прикольно. Каждый ваш комментарий может попасть на видос, и вам, думаю, так будет интересно и смешно хаечи, ребята, у нас, э, я не крутил, да, 245 голды, очень дорого, вот, э, неотвратимая смерть, я вроде крутил, же, да, ну да, 125 голды тоже дорого, вот, а Темпест я еще не крутил, Нью, э, э, можно выиграть, ребята, Темпест 10 тысяч очков, это здорово, давайте мы исключим 50 тысяч голды, 20, 20 и 50 тысяч голды, и, э, ну, в общем, это ненужные вещи, наугад мы исключили, и давайте все-таки мы крутанем, может, повезет, выиграем 500 или 200, или 2 500 голды. 75. 75 тысяч, ребят, серебра я выиграл. Здоровским. 8 голды не жалко. Получено 12 тысяч према. Ту, блядь, 12 часов према. Давайте за 23 голды крутанем еще. 95 деталей, наверное, будет там просто. 150 тысяч серебра. 50 голды. 12 часов према. И еще, ребята, 12 часов према. Сколько у нас осталось? 8326. Блин, голда падает, капает вообще жесть. Давайте один раз рискнем. Вроде слева уже все исключили, выиграли. Один раз рискнем, все, больше крутить не будем, в любом случае, даже если мы что-то выиграем, но мы нихрена не выиграем. Это я уверен, блядь, к бабке не ходи, 50 голды. Ну ладно, мы голду хоть обратно отбили, все, больше мы не крутим. Больше я крутить не буду. Так, сразу же давайте посмотрим э -э, рулетку. Это я. Это я экран. Давайте вступим во взвод, посмотрим, что за человек. Сыграем. Будет шальной взвод у нас. Если что, мы всегда можем вернуться. Это я, Акрам. Давайте посмотрим сразу ангар. Шестое место, Реал Стил. Так, о, круто. Пять, пять, вижу сразу пять слотов. Давайте пишем, здравствуйте. Три боя, шальной взвод. блять Здравствуйте, братуха. Здравствуйте, три боя, шальной взвод. Это я, Акрам. Пока он там соображает, пишет. Реал Стил, 14 076, 39 из 39, Акрам Рожалов. 3788, это пилота, ну все, прочитали, посмотрели. Гриффин в Тулумбасах, видимо, да, новенький робот. Гриффин тоже, Гриффины пошли. Два Ланса на кастрюлях и таранах и Коржик. От кстати, на МК-12, блядь, закачены. Нихуя себе, хуя себе, я сказал, блядь. Что же у нас происходит? Это я, Крам, передает мне лидерку. Ждем ответ. Без разницы, брат. Окей, давай пойдем в бой, посмотрим, на что ты годен. Как ты играешь? Сейчас э, и клан, клан твой э, посмотрит, как ты играешь, и вообще э, все оценят э, твою игру. Клан находится на шестом месте, здорово. 3400 кубков, в принципе, нормально. Ну, вроде как, я не помню, вроде такая была ерунда. Сразу надо посмотреть, где рез. Пресс у нас посередине. Выбираю э, таранова ланцелота с кастрюлей. И ухожу на правый фланг. М -м, буду там воевать. Так, есть возможность получить требухи Нету. Сразу три, э, три ебальника пошло на левый фланг. И пока что два ебала справа. Так, а у нас э, за маяком идет ГРУ Гард. Э, это Акрам, идет тоже на таранах. И у нас два чувака один на Зевсах, и, блядь, они там не выдержат. Они пошли, блядь, в город. И в городе пизды дадут. Моя задача просто оттрахать то, что находится здесь. Возможно, мне кто-то поможет. Возможно. Два грифона прыгают синхронно. Так, этот у нас хуечий, блядь, из клана СССР, Чингазгук, блядь, Чингачгук, большой змей, блядь. Ну, в принципе, мне похуй, парень, на твой змей вообще, блядь, абсолютно чихать, нахуй. Мы сейчас тебя, блядь, сольем, блядь. Тебя останется до ножки. Ну, Но, хули, если дурак, то это надолго. Так, у нас сразу парнишка собирается что-то куда-то прыгать тут, блядь, и мы ему будем давать пизды, хотя на самом деле слили нас. Сука, как-то странно слили, потому что, ребята, битва за маяками. Все, мы просрали, блядь. Там уже не воскреснуть, тут никак. Давайте будем левый маяк на горе отжимать тогда, если тут маяк мы не успели взять. Я таки думаю, как он там попал, блядь, быстренько воскрес. Хуя, хуя, видите, как. Вот так, блядь. Самое сейчас важное вообще, вот битва за маяками, как у нас там умер, да, наш товарищ. Сдох наш товарищ, ничего не, не поделаешь. Самое главное, это просто никого не убивать. Чтобы не воскрес, и там нам не помешал. Блять, это, конечно, зря его убили, нахуй. да у нас тупая рогатка, в принципе, почему тупая разъебала мне все? Помощи у меня не будет, если еще красноперый сдохнет, блять. Инферно сдох, видите, тут сразу пошла помощь, и все, и пизда, короче, моя... моему роботу, потому что. Сука, блять, ебаная рогатка. У меня счета уже нет. Два ебаных аркана, сука. Ну, э, ребята, там сиськи мнут, блядь. Э, в принципе, зря мнут сиськи, надо было брать, блять, маяк. Че вперед, блядь, за маяком? Акрам. Видите, они все на левый рез распанулись, блядь. Потому что поубивали всех. И сейчас они вот тут маяк отожмут, нахуй. Есть возможность. Да, отлично. Забирает это Макрам. Акрам забивает. Забирает маяк. значит, надо идти на левый фланг. Сейчас всех пиздить. Все, что тут есть. Вот, не дать центра... наш маячок забрать. Отлично, давайте я распану здесь. Ой, это теперь прыгну. Акрам, главная задача, блядь, тебе не вмешиваться в бой, тянуть резину. У нас три маяка, блядь. Но шкала у нас слабая. Блядь! Ты ебаная, блядь! Сука, падла ебаная! Блядь, мы проебали маяк. Ё-бля! Сука, блядь, мы просасываем, ребята! Блядь, прижался к стене ублюдок, блядь, Витёк! Витёк рулит, блядь! Чё, у других бойцов нет на меня, бежит ублюдок! Ну, сразу видно, что ублюдок, ёпта! Мне, блядь, такое нахуй не нравится, блядь! Ой, все, короче, бегут к братухе, блядь! Ну, как тебя... Вот так Рамчик тебя наказал, блядь, нахуй, сука, сдохни, блядь. Дищ, уебок. Кто еще там хочет сдохнуть? А других слов нет, вот сразу на меня целится, агрится, блядь. Я что, сука, рыжий, что ли? Нам писано на меня, что ли, блядь, что-то. Космонавт. По маякам проебываем. Проебываем, ребят, битва за маяками, блядь. Парень на Зевсах зря, блядь, брал своего робота, блядь, на Зевсах наебанных. Блядь, Афида промахивается, заебись. Так, отлично, вроде все нормально сейчас. Маяк там какой-то отжимается, афида моей пара штук пролетает. Отлично. Сейчас я этого парня заберу. Вот, отлично. Так, шансы, блядь, есть маленькие. Роботов послевать, блядь. Давайте моему дынч. В принципе, ничего не получается ему дынчинать. Как-то быстро бегает, блядь, уебок. На нахуй, блядь, в жопу тебе. Съел нашего крамчика. Тут еще один пришел парень помогать. Ну что, и тут, в принципе, можем их слить. Роботов и притормозить. У них уже, видите, три человека осталось. Отлично, я уже иду за маяком, блядь. Ха-ха, надо развернуться, видите, чтобы меня уебать. Сейчас этого сливаем. Блядь, живой? Живая, сука, прикиньте что Ланс, ланс развернулся, ебаный карасики, блядь. Ха-ха, ребята, есть у меня робот, на крайняк взят, отлично. А Крамчик забрал маяк, сейчас левый маячок заберем и все, блядь. Ну и все, ребята, и победа, нахуй, заебись. Вау, ну вообще реально матом, блядь, там, простите, ругался, сука, пора потому что не получалось. <coughs> у меня первый бой вообще за сегодня время в 19.15, вот пришел с работы, помылся. Вот там семейные дела, тыры короче. Там ничего не угрожает, я к пойду помогу, вот перепрыгнем, мало ли кто воскреснет там. Вот такие, ребята, бывают победы. Никто не воскрес. Вроде все проебало, а на самом деле хуяк и роботы того противника посливались. И, и, сука, вот она победа даже по роботам, блядь. То есть пятый маяк, если мы забираем, то синяя шкала вообще не уменьшится, и мы побеждаем. Я что-то зацепился, блядь. Нахуя этот робот тут стоит, сука, ебаный какой-то. Контейнеры поднимать непонятно. Заебись, сыграли. Я что-то раковал вообще жесть. О, миллион почти набил Крам Красавчик. Ничего не написал. Ну давайте дальше пойдем бой. Третий бой. Случайный. Но заложен вообще пиздец. Не дышит Насяра. Кто у нас играет? Хуечи, блядь, на тулумбасах. Надо же так робота испоганить. Хуечи на тулумбасах, блядь. Дальше у нас играет Грифончик, КЗ Казахстан, туда что-то там. Вот. Две кастрюли, нормально, с двух кастрюль заебись. О, хуечи на арканах. Блять, короче, когда я на хуечи накоплю, уже будет поздно. У каждого будет по 2-3 хуечи. То есть вообще пиздец. Сейчас меня будут ебать хуечи, а когда я хуечи куплю, меня будут ебать 5-6 хуечи одновременно, короче. Блять, вот тут всегда засыпаешься, это, блядь, бесится, сука. Разработчику, которого вот это нарисовал, нахуй, надо руки оторвать, в жопу засунуть. Стой, респы ты, блядь, нормально. Блядь, я не помню, превосходство или что. Это пиздец. Братуха опять невнимательная, и что там, походу. Это крыса, блядь, какая-то странная, нахуй. Опять на меня бежит. Да что тебе, блядь, хлебом намазано, что ли? Я... Ой, маслом, блядь. Братухи тут бегать. Хуечи, блядь, я даже не знаю, кого ебать, блядь. Там фура, такая да, что толку? Мне не, не, не залезть туда, сразу начнут ебать все он, пидорасы, блядь на Зевсах. Ну что, маяк наш, что хули, сидим, ждем э, с моря погоды. А вон там один чайник, короче. Держак с КЗ тоже. А давайте упадем, да пойдем, ебать, э, месить. Какашки нахуй эти. Не, не убью я его. А, Зевсы меня или триденты заебошили. Там, бля, фура на тридентах, блядь, ебать. О, фура на Зевсах, тяжелая артиллерия. У них пять игроков, да, это они проебали уже, стопудово. 170 тысяч хп, 95 тысяч кастрюля. Да, показатели МК-2, блядь, были бы, сука, больше на 20%. То есть, у робота хп было бы э, 34 тысячи прибавить... 204 тысячи, ребята. 204 тысячи у нас было бы сейчас. У меня, представляете, да? На 34 тысячи хп больше жизни. Ну и кастрюля, разумеется, бы тоже <coughs> приобрела бы 100, там, 15. 115 где-то. Бля, хуеч, давайте я хоть тоже прикрою Ч, я наверх-то иду, непонятно, блядь? <свят> К2, заебись, хули. Я не знаю, у меня, может, арканы какие-то неправильные, блядь. Но почему-то, когда я встречаюсь против такого парня, который на арканах, он мне, блядь, сносит, сука, и арканы, и все остальное, и еще и трахает мой, мой хп. <свят> Зевсы, блядь, бесят, сука. И никто его не может наказать. Да, блядь, заебала эта Наташка ёбаная, уже бесит, блядь. Шлюха тупая. Наконец-то ее кто-то убил, блядь. Как же приятно. Ха -ха -ха. А крам снизу там подкрался. Да я упаду, иди нахуй. Ха -ха, дура тупая. Блядь. Видите, арканы даже не поднимаются, сука. На 310 метров все, арканы не поднимаются. Давай, кастрюлю, регенсия. Идем вперед. Сейчас объединим усилия с, ак... Ар... с Акрамом. Блин, как непривычно говорить Акрам. Ну да, такие имена у нас нет в обиходе, таких имен. И... Блять, какая жесткая кастрюля, ребят. Жутко не смог ничего э -э, снять у нее. Вроде арканы были полностью заряжены и ничего не смог сделать. Давай хоть ему в бочину вливай его, отлично. Это элемент из клана Горизонт, ребят. Опять я не смогу его полностью кастрюлю съесть. Съел кастрюлю, еще и начинаю давать дома. А что толку-то? Ну, по идее, у него чем меньше хп, тем меньше регенца кастрюля. То есть, там, 5000 хп уже снял, уже меньше кастрюля регенится. Вот как, блядь, оказался этот здесь? Откуда, блядь, биржа, ебать, появился? Да. Вперед! Не, а вот это вот тараны надо ставить. У меня ланселот вот эта покраска зелененькая, да, такая. Значит, Надо тараны поставить. Вот, бля, вообще горло болит. Сука, глотаешь, короче. Так нормально, а когда глотаешь, болит. Да <клёх> <клёх> Соня орет. Песни поет. Нравится ей песня петь, Соня. <клёх> Софи, Софи, певица, танцорка. Ай-яй-яй. 400, давай, ну, давай, иди сюда, хуечи. Ну, давай, хуечи. Ты думаешь, ты кто такой, типа, блядь? Купил хуечи, теперь ты, типа, блядь, нагибатель, да? нахуй да в нос парень, блядь. И ты тоже, блядь, слился нахуй. Живенько. Так, прыгну-ка я наверх. Чтобы выебать этого парня, блядь. Ну, не знаю, насколько меня хватит. А вот тот парень-то, блядь, хватит. О, слишком высоко он подошел. Успеваю парня слить. Заебись. Следующий кто? Это Афина, что ли? Так, я перезаряжусь и сделаю прыжок, скорее всего. Чтобы уже горизонт очпокнуть. Все нормально, горизонт очпокнули. Следующий у нас Коржик. Блять, еще кастрюля, нахуй, мне нужна кастрюля, чтобы она меня от Афи защитила. Она меня, блядь, не защищает что-то. Все, победили? Охуенно, ребят. Второй бой, победа хорошая. Ну, что-то сейчас не очень. Средняя такая игруха у меня. Ну, уже так чувствую, что разыгрался более-менее. Да, уже домашки побольше. Серебришка, голдишка. Уже нормально сыграли. Крамчик чуть-чуть поменьше сыграл. А, извините, блядь, вообще болею, сука. Ну, Ах, каждый день надо для вас видос снимать. Иначе вы меня забудете и бросите. Так, давайте, что дальше у нас там. Это что у нас, ребята, вверху видим? Клан Смайл Принц? Чё, меня смайлы, что ли, добавляют друзья? Чё за хуйня, Принц? Айрон Смайлс, блядь. Принц Адарш. Ты русский или не русский? В общем, я не против, мне не жалко, но, блядь, ты запятнал честь. А ПМов-то смотрите сколько, да. ПМ Барсик. ПМ Анатолий. Я в принципе не против, но Афоня Педик. Передайте ему. Афоня Педик. А -а -а, сука. Как я рад. Я-то могу это сказать. Афоня мне только там в клане сказал. Гостя назвал педик. Так, ну и а, -а. а Это последний бой, ребята. Это Якра. Ну, вообще, никнейм такой, вот читаемый, слава богу. Это я Крам, Заебись, всем понятно должно быть. О, что-то я уебался. Сука, еще и зацепился. Эти зацепы, они, бля, реалистичны как-то, да, там вроде детализация есть, присутствует. Но по факту они что-то бесят, блядь, в основном. Э, по поводу игрушек, э, э, дело в том, что, ну, по поводу игрушек, кстати, ребята, там, вот, Феникс писал про игрушки. Если, он сказал, если все заладится, если игрушки будут покупать, то с него один, один робот. Вот. Я думаю, не один робот, а вся ветка, блядь, хули. Вот. Но, в принципе, я не против. Также еще э -э я бы предложил бы Фениксу разыгрывать бы робота какого-нибудь там. Ёбаный ты, блядь, козел сука, фален ангел. Вот тут, знаете, самое то зацепиться. Когда надо что-то переждать. Это мафичик, смотрите, да, нихуя себе, блядь, прижался к уголку. Здесь у нас парнишка хочет сдохнуть. Раз. И второй парнишка тоже хочет сдохнуть. Два. Отлично. Два парнишки сдохло. Уже приятно. А это тоже третий парень хочет сдохнуть, в общем. О, меня тут кастрюлька маленько подпасла. А тут я вообще что-то раканул, бля, вперед пошел. Заебись, пахнет, пипися. О, у нас там парень один, короче, такой блатной. Охуевший типок, я смотрю. Фалин, андер, мландер, ангел. Убьем его, нахуй. Если успеем. Ой, тебя походу в попку сейчас-то зальют, нахуй. Ты перепрыгнул, смотри. Хотел спрятаться от великого и ужасного братухи. Меня, кстати, очень радуют комментарии моих хейтеров. Такие дятлы, они вот какую-нибудь ебучку отчебучат там, бля, в комментариях под видосом. Да, бля, у меня прямо настроение поднимается. Вот. О, блядь, надо помогать. Это хуечи, ребята. Трахаем этого хуечи. Хуечи тормоз какой-то. На самом деле не хуечи виновата было, а, блядь, его хозяин. О, там хуечи фален ангел взял хуечи уже крутого, ребята. А у нас тут, смотрите, парень думает, он блатной и там и слил паука, ну и сам слился. Так, это у нас витамин. Витамин на чем? Отлично, витамина мы слили, блядь. Так, теперь. Продолжаем помогать и трахаем уже. Кого мы можем трахать? Да у нас списька. Блять, мы, мы со, с Акрамом стряли, короче. Нормально, блять, отлично. Так, у меня перезарядочка идет. Идет 12 тысяч у меня хп, это очень мало. Тут паук, блядь, на орках. А, блять! А, так, давайте мы все-таки. Какой-то маяк проебали, блять Вы что, совсем, что ли? Он заберет? маяк все проебываем, охуеть. Витамин решил обойти. Чё ты такой блатной, блядь? На чем ты, блядь? На рогатке, что ли? Чё, издеваешься? А витамин прыгать не учили? О, это уже больно, блядь. Рогатку главное не упустить. Не, не упустили рогатку, все отлично. Братуха пережил этот позор. Остался жив. Давай прикрою тебя своей кастрюлей. Хотя лучше вообще я тебя прикрою, чтоб ты жил, блядь. Мне, братухи, роботов не жалко. А ты, хаечи, должен жить. Ты должен меня победить. Так, забрал. Вот Хаеч, видите, во, пришел там другой парень. Хаеч прячется, ныкается. Хаечи выживают. Да, тут видите, маленькая подстава такая, она. есть у тебя хаечи, ты выиграл хаечи, купил хаечи, и у тебя есть один хаечи, да. Ты сразу начинаешь им беречь, беречь хаечи, и играть осторожно. То есть за маяком лишний раз ты уже не пойдешь, и по маякам ты можешь проиграть. Вот такая, ребят, правда жизни. Так, здесь, ребята, я им помогу, вторую кастрюлю, как говорится, создам. Потому что если у хаечи кастрюля погибает. Отлично, мы сейчас влили. Продолжаем вливать, блять, Жалко, что арканы быстро кончаются. Не знаю, это галхат, да. В пыли и дыму. Я вижу, что это галхат. Слили галхат, да, так, слева никого. Вот у нас парни, но ну, мы идем вплотную, мы идем к этому парню вплотную. О, мы даже не вплотную, а просто... Просто вливаем ему пизды. Потому что у него отсутствует щит. Так, сразу уходим и идем вплотную к этому парню. Чтобы войти в его щит и убить его. Помочь нашему союзнику. Так должен поступать каждый. Тут вот еще, ребята, видите, отпрыгнул, значит, заебись, можно повернуться лицом. Но лицо мне, в принципе, не помогает повернуться. Продолжаем стрелять. Хоть как-то энергетически щиты мою башить. Даже если он просто отвлекется в убийство меня, это уже будет хорошо, моим союзником будет плюс. А парень, смотрите, у меня убивать не стал. Ну все, этот меня точно убил. Блять. Сука, печаль. Ну, на нафиг, ребята. Потом на исправить положение. Грифон на 500 метров, да, блять, 600, 580, 570. Не, витамин, не. Если ты будешь прыгать вперед, давай прыгай, потому что я подойду и дам тебе, блять, оплюху. Охуенную больную витамин тебе оплюху дам. Давай, прыгай. Прыгай, тормоз. Ну, сделай вид, что мы куда-то уходим, на самом деле. Ага, блядь, сучка ты. Витаминка, сдадим тебе один залп, типа ты испугаешься, обосрешься, блять, и прыгнешь, а там тебя трахнут. Ай, тоже неплохой план. О, oh, Витаминка воскрес. Ничего личного против Витаминки не имею. Прикольный парень. Классивый ник. Не знаю, с какого он клана. Но Витамин, прикольно. Никнейм. Передаю привет тебе, Витамин. Вот. Опять мы победили. Ну, нормально. Вот парень с хорошим агаром пришел ко мне во взвод, и мы поиграли, блядь. Конечно, мои сопли, шмыгли, шмыгли могут показаться кому-то надоедливым, и он не будет смотреть видос. Вот но кому-то будет, наверное, пофигу. Давайте посмотрим, кто такой витамин, потому что гроза небес, и все равно я не вижу его, пфф, вообще не вижу его теги, может его нет. Вот так мы, ребята, поиграли, последний бой мы сыграли полностью наравне с Акрамом. Вот э, можно сказать, первый бой он хорош, второй бой я хорош, а вот третий бой мы вдвоем хороши. Вот так мы хорошенько сыграли. Прикольно. Что ждали там? 9 голды неплохо дали. 4 ключа, 679 према дали. Заебись ну давайте напишем, типа, если что, зови его взвод, если место будет, буду рад. Хорошо. Вот так, А, Прикольно, да? Давайте посмотрим, что он напишет. Окей, okay, рад узнал, что. Ну все, пока-пока, Акрам, пока. Покидаем взвод, ребята. Что же я хотел? А, ну, блин, давайте пройдемся по заданиям. <клёх> Ура! <клёх> Братуха получает трибучет. Здоровски. Что следующее? Наташку, на которую я потратил. Ну, Наташка, можно ивента тоже получу. 13 маяков забрать, освободить. Уничтожить 18 роботов, с маяков на легком роботе. Меняем. А, это уже годно. Так, соответственно, сразу сбегаем мы. Возьмем... Потому что осталось 14 минут. Не надо, чтобы простаивало. Надо, чтобы ВП постоянно копилось. Вот, вы уже знаете в подписчике, кто подписан давно, уже знает... На что вот хуящие детали 120, 180 кумихоз, 500 голды. Жалко, блядь, жалко. Сука, голдишку жалко. Все за голду нихуя покупать не буду. 430, 700, 10 шоктрейнов. Вот смотрите, сначала я понабрал, блядь, по 5000 кумихоя и скоржа, да, там вроде. Теперь меня пичкают шоктрейнами, блядь. И все это нахуй один к восьми, ребята, что я соберу, к примеру. Вы-то уже все собрали, мне почему-то не придет, блядь. Ничего тут, ничего интересного нет, ничего брать не буду. Хотя вот скорж, 480 деталей, сколько у меня там скоржа? Так, где скорж? Есть ли у меня скорж? Да, есть 5855. Так, в принципе, можно, ребят, можно. Не-не-не-не, крутить не будем. Блять, я же говорю, крутить не будем. Скидку скоржа можно купить, там 1900. Эмбер, Кумихо, так, Инквизитор, Темпест. И скорж 480 можно купить за 2000, не обеднеем. Ну, ребята, в общем, в этом э, и все. Опять же, напоминаю, если кто-то хочет помочь, задонатить на рулетку, то э, милости просим. Связаться можно вконтакте, в WhatsApp, где угодно. У меня пока 311 ключей, буду копить, копить. Через 21 день, э, если никто не задонатит, то буду крутить через 21 день. Э, или в прямом эфире, или рассержусь, да и просто прокручу, чтобы никто не видел. В общем, ребята, с вами были Акрам, Братуха и Игроворобец. Э, желаю всем спокойной ночи. Пока-пока.